Приветствую, друзья! Термос для еды или ланчбокс с AliExpress? Смотрите, как хорошо защищен мягкой такой штукой. Так что при транспортировке повредится, и у него мало шансов. Ай-яй-яй. Режем все эти перекрытия. Ну ладно. Защита уже свое отработала. Ох ты, какой красавец. Цена на момент заказа $16. Цвета можно заказать голубой, зеленый, розовый. Эти термосы заказали мои коллеги. Ну, как видите, заказали голубой, зеленый и зеленый. На розовый не подписались. Слабаки. Термос трехсекционный. Также можно выбрать двухсекционный и одинарный вариант. Есть еще варианты с разными ручками. В нашем случае ручка силиконовая. Габариты термоса. Высота 27,5 см. Диаметр 11,5. Вес 560 грамм. Сверху пластиковая чашка, где-то на 150 грамм. Небольшая тарелка. Здесь уже пошло уплотнение. Нижняя секция 600 грамм. Эти две по 300 грамм. Термос довольно тонкостенный. Его, скорее всего, можно, наверное, позиционировать как термопосуда. Давайте загрузим термос горячей едой, зафиксируем температуру на начальном этапе, и потом следующий у нас будет замер часов через 5. Я думаю, это как раз то время, когда вы приготовили еду, приехали на работу, поработали, и настало время обеда. Ну, я имею в виду у тех, у кого нормальный рабочий день, 8-часовой. Те, кто работает по 12 и более часов, ну, тогда ой. Перед первым использованием термос надо помыть. А перед тем, как загружать туда еду, в емкости надо налить кипяток и подержать там его несколько минут. Заливаем соляночку. 600 мл. Делаем первый замер. Температура почти 70 градусов. Закрываем аккуратно солянку. Во вторую емкость картошечку пюре. Температура почти 60 градусов. Верхний разместим котлеты. Котлеты у нас 73 градуса. Ждем 5 часов и делаем повторные замеры температуры. Прошло 5 часов. К сожалению, видеофайл фиксации температуры оказался поврежденный. Повторно записать уже нет возможности. Термосы отданы коллегам, и их у меня нет в наличии. Но показания зафиксировал и выведу их в графике. Итак, солянка остыла до 34 градусов, была 70 градусов. Картошка остыла до 31 градуса, была 60 градусов. Котлеты остыли до 28 градусов, были 73 градуса. Да, все-таки это не полноценный термос, это больше термопосуда. Нет, если вам надо часа через 2 кушать, тогда еще подойдет. Часов через 5, видите, он уже прохладненький довольно-таки становится. Не совсем, конечно, холодный, но и не горячая пища это. Но к концу рабочего дня он будет совсем холодный. Если вас устраивает, как термос держит температуру, то где найти его на AliExpress, ссылку оставлю в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.